Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про анализы, которые нужно контролировать при сахарном диабете. Многие пациенты с диабетом нерегулярно ходят к врачу и нерегулярно сдают анализы. Сегодня мы поговорим, какие анализы и зачем нам нужно контролировать. Если мы говорим про анализы крови, то первое, что мы смотрим, это общий анализ крови, то есть показатели гемоглобина, белка переносчика кислорода. Почему мы его смотрим при диабете? Потому что повышенный уровень сахара крови повреждает не только эндотелий и внутреннюю выстилку сосудов, но также откладывается на гемоглобин, на белок переносчик кислород, возникает гликированный, засахаренный гемоглобин. Из-за этого гемоглобин, который гликировался, засахарился, не может взять на себя кислород. То есть страдает транспортная кислородная функция крови, то есть гипоксия, кислородное голодание в организме, слабость, сонливость, нет сил, нет энергии, ухудшаются когнитивные функции, то есть мы такие как вареные на работе. Именно поэтому мы смотрим не только гликированный гемоглобин, то есть показатель засахаренного гемоглобина, показатель средних сахаров крови за последние 3 месяца. Мы также смотрим уровень общего гемоглобина, а это общий анализ крови. Если при диабете анемия, маленькое количество гемоглобина, мы ее обязательно активно лечим, потому что при анемии и так нарушается снабжение нашего организма кислородом, и так кислородное голодание, а еще и высокие сахара засахариваются гемоглобин, это сильнее ухудшает состояние. Поэтому общий анализ крови, гемоглобин, белок-переносчик кислорода, эритроциты, красные кровяные тельца, которые переносят кислород, лейкоциты, то есть белая кровь, которая отвечает за работу иммунной системы, это очень важно. Почему? Потому что высокий сахар, питательная среда для бактерий. Мы должны смотреть, как работают клетки нашей иммунной системы, достаточно ли их, хорошо ли нас иммунная система защищает. Тромбоциты, клетки, которые отвечают за свертываемость, соя, показатель воспаления. Очень часто мы смотрим не только соя в общем анализе крови, часто мы смотрим более расширенные маркеры воспаления, ЦРБ, фибриноген, также показатель сердечно-сосудистых рисков, гомоцистеин, то есть показатель воспаления внутри сосудов, мы тоже часто все это смотрим. То есть первое необходимое – общий анализ крови. Второе, что мы обязательно контролируем при сахарном диабете, это биохимический анализ крови. В нем мы обязательно смотрим функцию печени. Почему? Потому что разрушение препаратов, которые отработал препарат таблетированный, это печень. Выведение токсинов, это печень. Выработка белков-переносчиков, гормонов, препаратов, белков иммунной системы, белков свертывающей системы крови, это тоже печень. Контроль сахара крови, сжатый сахар на поддержание уровня гликемии в крови, это тоже печень, запас гликогена. Поэтому показатели печени мы обязательно контролируем при диабете. По ним мы подбираем терапию с учетом показателей печени. АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, билирубин, это все показатели работы печени и желчного. Обязательно смотрим показатели работы почек, креатинин, скорость клубочковой фильтрации, то есть как почки выводят все токсины, как почки фильтруют кровь, есть ли повреждения сахаром сосудов почек, то есть и биохимию, и анализы мочи, мы дальше дойдем до мочи. Обязательно смотрим уровень общего холестерина, уровень плохого и хорошего холестерина, то есть риски атеросклероза. Почему это важно? Потому что эндотелий сосудов повреждается повышенным сахаром. На поврежденные эндотели, особенно когда высокие маркеры воспаления внутрисосудистого, оседает холестерин. Из-за этого прогрессия атеросклероза, ишемической болезни сердца при диабете намного быстрее при высоких сахарах крови, чем без диабета. И поэтому цели по холестерину при диабете более строгие, чем у пациентов без диабета. Поэтому смотрим уровень холестерина. Что еще мы смотрим? Мы смотрим электролиты, калий, натрий, хлор, то есть показатели, соответственно, как у нас почки удерживают электролитный обмен. Помимо показателей крови, обязательно смотрим работу почек по моче. Мы смотрим общий анализ мочи, есть ли там белок, есть ли там сахар, кетоны, плотность.
Обязательно смотрим микроальбуминурию, то есть мелкий белок в моче. Почему это важно? Потому что когда сахар повреждает сосуды почек, у нас начинает проскакивать сахар в мочу, сосуды почек начинают нарушаться, да, состояние сосудов, и сначала в мочу проскакивает мелкий белок, микроальбумин. Это начальный этап поражения почек. То есть мы смотрим МАО, микроальбуминурию в моче. А когда уже очень сильно повреждены сосуды почек, там уже проскакивают большие белки, протеинурия. Поэтому и микроальбуминурию, и протеинурию в моче мы контролируем. Понятно, что показатель средних сахаров крови, гликированный гемоглобин, то есть засахаренный гемоглобин, показатель средних сахаров крови за 3 месяца мы тоже смотрим. При анемиях процент гликированного может немножечко меняться. То есть врач смотрит общий анализ крови и гликированный. Что еще мы контролируем? Мы обязательно контролируем состояние сердца, то есть ЭКГ, УЗИ сердца. Потому что высокие сахара крови повреждают сердечно-сосудистую систему, поэтому за состоянием сердца мы следим. Следующее, что мы делаем, обязательно раз в год проводится УЗИ внутренних органов, УЗИ щитовидной железы. Это связано не только с сахаром, но и с общим состоянием организма. Кроме того, при диабете пациенты каждый год должны посещать офтальмолога, то есть доктора, который смотрит состояние глазного дна, сосуды глаз. Потому что помним, органы мишени диабета, глаза, диабетическая ретинопатия, почки, диабетическая нефропатия. Поэтому анализы по почкам мы всегда смотрим и мочу, и биохимию. Повреждения, соответственно, ног, да, диабет стопа, поэтому мы ходим к неврологу. Если возникла диабет стопа, то к врачу по диабет стопе, либо к сосудистому хирургу. И, естественно, раз в год мы не реже, а часто и в 2-3 раза в год ходим к эндокринологу, который, собственно, оценивает наши сахара. Если мы говорим про возникновение сопутствующих заболеваний, то есть часто заболевания сердечно-сосудистой системы, тогда мы посещаем кардиолога. Если возникли осложнения диабета, например, со стороны почек, то, естественно, как минимум раз в год мы ходим к нефрологу, то есть к сосудам, к врачу, который, соответственно, состояние почек контролирует и назначает терапию. Именно поэтому, на основании того, что у нас много точек контроля, как минимум раз в год, если диабет компенсирован, нет осложнений, мы полностью обследуем и контролируем наше состояние. Если мы меняем терапию диабета, подбираем терапию, либо если у нас есть осложнение диабета, то контроль анализов проводится намного чаще, то есть раз в 2 месяца, раз в 3 месяца, либо раз в полгода. Частоту контроля анализов подбирает врач на основании полного состояния организма данного пациента. То есть это делается по вашим обследованиям. Вам доктор пишет, когда в следующий раз и какие именно показатели вам контролировать. Если мы говорим про расширенные анализы при диабете, то очень часто мы смотрим содержание витаминов, микроэлементов, которые влияют на уровень сахара крови, то есть витамин D, который влияет на углеводный обмен, на работу иммунной системы. Его также называют D-гормон, то есть смотрим его в крови из вены. Часто смотрим цинк, хром, то есть микроэлементы, которые влияют на выработку инсулина, на работу инсулинового рецептора. Часто смотрим содержание витаминов и микроэлементов, которые влияют на состояние сосудов, то есть витамин С, витамин А, витамин В12 и так далее. Дополнительные анализы, то есть те, которые не входят в обязательный список, уже назначают врач индивидуально, то есть тем пациентам, кому они нужны. И мы понимаем, что вот краткий список анализов, то есть необходимые анализы, они будут в любой поликлинике, в любом стационаре. Расширенные анализы, например, витамины, микроэлементы, они есть далеко не везде. То есть часто пациенты сдают в частных лабораториях, потому что это уже такие дополнительные анализы. Поэтому как минимум раз в год мы сдаем полное обследование для коррекции диеты, для коррекции терапии диабета. Расширенные анализы вы подбираете вместе с лечащим врачом. Больше информации о контроле за диабетом, о терапии диабета вы узнаете в школе диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!